Так. Зелье здоровья. Не нужно игнорировать такие вот выпадки. Нужно все это собирать. Пригодится. Так, твари, кто здесь меня угробил? Сейчас будете расплачиваться. Да вот эта вот скотина меня угрохала. Тоже ваншот, блин. Ненавижу. Просто ваншот. Так, ничего ценного. Таких лучше просто убегать. Спокойно, спокойно! Тут камикадзе еще. Камикадзе нам точно не хватало. Опять ничего ценного, да что ж такое-то? Ну не надо вызывать скелетов после того, как все враги уничтожены. Что это за... Ваншотят мины этих мелких грибков. Спокойно. Мне уже не нравится эта магия. Где моя собака? Как всегда, я ее не вижу никогда. Вот так вот. Главное не нарваться на камикадзе. А то я их практически не могу отличить от обычных грибов. Только тогда, когда ор поднимается, я уже понимаю, что что-то здесь не так. Такс. Почему у меня карта опять отключена, непонятно. Почему? В минуса. Набираем мины. Это мы обратно поднимаемся. Нам обратно незачем. А где проход тогда получается? А, вот он и есть проход. Чуть не профукал. Опять эти дурацкие шаманы, как вы меня задолбали. Постоянно меня хотите убить, у вас это получается. Что самое главное. Так, а вот и нарыв. На босса. Эти шары, насколько я помню, они меня ваншотят. Там скелеты, в принципе, есть. Помогут, если что. Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо. Я верю, я помню, что эти шары меня на ваншот берут. Как я узнал, что он туда телепортнется, прям на мины. Я экстрасенс. Но так как я настоящий экстрасенс, я на ТНТ не пойду. Так, замечательно. Я думаю, что мы уничтожили того, кого нужно, а если нет, то мы еще уничтожим того, кого нужно. С этим у нас проблем не должно возникнуть в любом случае. Погнали, погнали, погнали. Ага. Большая локация, больше, чем я думал. О, господи. Только не это. Под конец забрили меня тут. Неадеквата лютого. Давайте, давайте, давайте. Пес. Как тебя там зовут, я не помню. По-любому какой-нибудь царь Какашкин. Что-нибудь в моем стиле. Муму.
главного героя, по-моему, Путиньяк зовут. Путиньяк. Путиньяк. А собаку фиг его знает. Можно будет посмотреть потом. Так, когда мой ганбот все-таки восстановится? Мне не хватает моего ганбота. Да отвлекись ты на кого-нибудь другого уже, а? Что за дурацкая привычка только за мной бегать? Где моя собака? О, ганбот готов прийти на нашу грешную землю. Садить пару тысяч урона. Че, до сих пор мага этого не уничтожил, что ли? Спокойно, парень, ну спокойно, я же тебе говорю, спокойно. О, я его оглушил, вроде как. Грибник. Вот я кто теперь. Full инвентарь. Золотой ключ. Это хорошо. Это нам не нужно, это нам не нужно. Это за квест получено. Можно придержать немножко лошадей. Так, это у нас крутой меч. О, это щит. Око бастиона. Ну прям вообще всего понемножку. Оставим. Так, плюс 87 к защите от электричества, плюс 9% к шансу отразить снаряд силой и 50% от урона оружия в секунду, плюс 2 лобовое к любому урону, плюс 2%. Я думаю, что стоит. Фигня. 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 Тоже не нужно. Да, почти все фигня из того, что я нашел. Последнее время. Так, вот это уже камикадзе, этого мне не нужно. Мана, не дает амулет. Коготь, парус какой-то. Зачистим здесь. Потому что не зачистили, а зачистили мы все. Почти все. Так, что это у нас здесь синенькое нашлось? А, это щит. Вот. Зелье, точнее не зелье, а ожерелье интересное. Бросить ядовитую спору при получении удара. Шанс отравить цель на 5 секунд. Если вам не противно слизь, можете носить на это на шее. Замечательно. А, собаку зовут Людка или Литка. Кому как. Литка! Литка! Так. Замечательно, опять ганбот ушел в бесконечность. При этом взорвавшись. И снеся осколком мне голову, но это не страшно.
Ладно, окей. Продолжаем. Окей. Окей, окей, окей. Так, это портал на поверхность. Здесь мы все выполнили, всех убили. Замечательно. Погнали на поверхность, раз уж нам предлагают так сделать. Три. Так, где моя собака? Моя собака здесь. Она неожиданно куда-то пропала по непонятной причине. Мочи! Замечательно. Так, куда мы идем теперь? Мы идем ко второй звездочке. Это у нас что? Требуется сборка. Окей. Раз требуется сборка, то пойдем соберем там что-нибудь. Может быть, требуется сборка ценного лута? Это бы не помешало бы. Уж точно. Ценный лут всегда полезен. В РПГ. Отлично, у меня максимальный заряд. Я до сих пор не знаю, что это значит. Это что-то дает. Но я не знаю, что это дает. Если бы здесь наглядно это было проявлено на увеличении скорости восстановления здоровья, например. Но даже ману мне не устанавливается быстрее. Так, пень. Гниющий. Давай догнивай. Я тебе в этом помогу. Кальсоны опять. Что всех в кальсонах такое? Даже пень в кальсонах ходит. Вы представляете себе такую картину? Идете вы по лесу, и вдруг пень в кальсонах. Еще и вонючий. Вонючий пень в кальсонах. Замечательная картина, я думаю, но... Я бы от такого отказался бы. Пожалуй, здесь мне поможет только мой ганбот. Там еще одна тварь затесалась, блин. Даже не видишь, пока не нарвешься. Пожалуй, я лучше такую карту включу пока что, а то я нифига не вижу. Так, хорошее зелье маны. Берем, все остальное оставляем. Здесь еще один засранец, который хочет меня убить. От магического урона у меня очень фиговая защита, надо сказать. Спасает только количество здоровья. Наплечники. Наконец-то что-то вместо кальсон. А то это как-то уже даже неприлично становится. Я чувствую себя бескальсонным. Даже грибы ходят в кальсонах, даже пни ходят в кальсонах, а я без кальсон. Арбалет. Вы становитесь оригинальными, как я посмотрю. Переходите с кальсон на нечто другое. Давайте мне, вы не будете тут разрабатывать новую технологию. Хождение без кальсон. Мне пока что это нравится. Все равно вещи белые. Абсолютно нифига не нужные. Я забыл про мины. Надо их постоянно спаунить. Жалко, что это довольно много времени занимает. Но зато враги потом быстро подыхают. Поэтому тут уж приходится выбирать между спауном мин и быстрым подыханием. Ну, если их апгрейдить еще больше, то это будет еще выгоднее. Я могу вообще в бой не вступать. Возможно, их там потом по 4 штуки будет спауниться, хотя кто знает. На плечи. Пушка какая-то там выпала. 12 калибр дробовик. Дробовик. Неинтересно, неинтересно.